красный угол ринга приглашается боец, ни разу не участвующий в турнире «Стрелка», брат Хасана. Зовут его Хасанов Дима. Поприветствуем! Дима, о тебе мы не знаем совсем ничего. Ты пришел сюда в качестве зрителя и вот неожиданно для себя стал бойцом. Против тебя будет боец тяжелый, ты его видел. Расскажи нам немного, во-первых, о себе, чем занимаешься, какой робот. Мы тебя не знаем совсем. Ну и каков твой настрой на бой с бойцом, происходящим тебя весит? Добрый вечер. Меня Дима, я из Узбекистана. Я вообще каратист, так скажем. Я здесь работаю и просто любитель, как сказать. Подраться. Подраться и все. Прекрасно. Да, давайте поддержим Диму, нашего бывшего каратиста. Возраст бойца 28 лет, вес 85 килограмм. Ну и теперь я вызываю в синий угол ринга самого тяжелого участника сегодняшнего мероприятия. Вес его составляет 107 килограмм, возраст 40 лет. Зовут его Губайдулин Михаил. Давайте поприветствуем бойца. Михаил, тебя я знаю очень давно, но зрители тебя знают не все, а может быть даже и никто. Михаил однажды уже участвовал в турнире «Стрелка», это было очень давно, лет 5 назад. Но и все-таки хотелось бы, конечно, тебя послушать. Скажи нам что-нибудь, Миш, каков твой настрой, почему решил после такого большого перерыва вновь поучаствовать, в каком возрасте? Мы тебя слушаем. Всем здравствуйте, вечер добрый. Ну, решил кровушку погонять, давно не было такого. Молодец! Хоть и возраст дает о себе, самое главное. Да. Без травм. Сопернику удачи. Карате это очень сильно. Я немножко только штангой занимался. Слово сказать, Михаил мастер спорта по пауэрлифтингу и имеет очень хорошие результаты в армрестлинге. Что ж, давайте хорошенько поддержим Михаила. Рефери в ринге Александр Чуйко. И да будет стрелка в Магнитогорске, пятый бой. Дайте шуму, друзья! Секунд боя.
Бой окончен. Бойцы на середину. Итак, друзья, вы сами все видели. В пятом бою стрелки в Магнитогорске. Сегодня, 21 января. На этом ринге победу одержал боец из красного угла. Зовут его Хасанов Дима. Поздравим его! Гулин, подойди ко мне, родной. Мишань, я думаю, тебе есть что сказать после такого перерыва. Скажи нам, как ты себя чувствуешь? Что ожидал от боя? Что пошло не так? Ну и поделись впечатлениями. Бой шикарный, понравился. Понятно, молодец. Честно сказать, не готовил вообще никак. Вчера даже тренировался очень усердно. Подвела дыхалка. Надо больше работать, бегать. Ну и, как говорится, кто не падал, тот не поднимался. Всего хорошего всем. От себя лично хочу поблагодарить тебя, Миша. Ты красавчик, ты классно держался. Дай руку тебе. Спасибо. Еще раз бурные, шумные аплодисменты Михаилу, нашему тяжеловесу. Ну и теперь Дима. Дима, пойдем тоже пообщаемся с тобой маленько. Ты впервые участвуешь, сразу дебютировал, сразу победил. Каковы твои ощущения, каковы твои впечатления? Поделись, расскажи, что чувствуешь. Нормально все. Поеду сейчас домой, пельмени кушать. Что ж, пожелаем приятного аппетита Диме и поздравим его с победой на стрелке.